вот в нашем колхозе было три деревни – Красный Восток, Марьевка и Каменка. И у нас было три школы. А в нашей школе было уже 86, там около 100 человек. В пятый класс все приезжали сюда в Каменку. Тогда были черно-белые фотографии, сейчас перспективы. Так, с болью и непониманием говорит о будущем родного села одна из старейших жительниц Каменки – Любовь Сыроватка. Вот только мои родители, я когда их не стала, стала смотреть трудовые книжки, у них на двоих 100 лет стажа трудового. Они положили здесь жизнь, мои деды, мои прадеды. Сейчас условий никаких, сейчас работы нет. Сейчас, если закроют школу, то здесь и та молодежь, на которую мы вот сейчас надеялись, что вот там есть же еще 10 маленьких детей. У нас есть те семьи, которые приехали вообще, вот переселенцы с Молдавии приехали, многодетная семья. Они с надеждой, что есть здесь школа. А теперь что им делать? Этим же вопросом сейчас озадачена семья Аленовых. Их сына восьмиклассника отправляют в другую школу. А вот в какую в сентябре пойдет дочь, теперь большой вопрос. Как нам предлагают возить в соседнее село, мы не согласны на это. Ни муж не согласен, ни я, мы категорически против. У нас очень плохие дороги, вы, наверное, сами видели, какие у нас дороги. Поэтому у нас не остается выхода, как только переехать с этой деревни. Автобус у нас тоже ненадежный. Мы сами своими глазами видели, вот буквально на днях, как у него отказали тормоза. Для супруга Елены это село родное. Когда-то здесь жили его родители. А вот дети теперь перед выбором. Семья Аленовых сидит на чемоданах и уже готовы покинуть родное село Каменка. И, к сожалению, они рискуют повторить судьбу своих родственников. Единственное, что осталось от которых здесь, это вот этот разрушенный дом. И таких бесхозных руин здесь немало. Что-то осталось от колхоза, что-то от бывших местных жителей. Нерасчищенная дорожка говорит о том, что в этом доме сейчас никто не живет. Аналогичная история еще в следующем и дальше по улице. Как говорят местные, 600 жителей Каменки, сейчас здесь фактически проживает всего 200. Но почему еще в прошлом веке эти земли активно заселялись, а в последние годы на карте исчезают целые деревни? Ответ на этот вопрос не первый год ищет и Алексей Ушаков. Житель Бугуруслана создал свой YouTube-канал «Заброшенная Россия». И за два года с камеры уже объехал десятки полуразрушенных деревень в стране, в том числе и в Оренбурге. Оренбургская область у нас начала образовываться из переселенцев других областей. То есть из Курской области, с Тамбовской, Орловской. Вот здесь вот мы сейчас разговаривали, из Харькова приехали, с Украины. То есть раньше земли здесь, когда расселение было в 18 веке, предлагали бесплатно жить. Можно было несколько лет налог не платить, поэтому здесь приезжали целыми деревнями. Что больнее всего в деревнях? Разрушение. Когда приезжаешь, вот там какой деревне был, через год приезжаешь, одного героя моего нету. Например, какая-нибудь бабушка умерла или дедушка. Дома горят, деревни сгорают, например. И разваливаются, естественно. Люди уезжают быстро, обстановка меняется. За 2-3 года некоторые деревни просто исчезают. У меня есть яркий пример. Мое родное село Ушаково в Орловской области. 4 года назад закрыли школу. После этого все учителя разъехались. И многие семьи, у кого много детей, они поехали в другие села жить. И, в общем, семей 20-30 просто переехало жить в другие места. И село огромное просто сейчас разваливается. И, как правило, после закрытия школ села начинают быстро уменьшаться. Какие перспективы ждут Каменку, все еще вопрос. 31 марта в силу вступает решение районной администрации о новом статусе школы. Но в конечном итоге главное, чтобы рано или поздно и это село не попало в хронику Алексея выпуском вот с таким финалом. Ну что, друзья, вот такой у нас получился выпуск из деревни, который закончился в этом году. Нет слов, очень грустно и печально, что еще одна деревушка на карте России исчезла.